автодорогу Таскескен Бахты по просьбе местных исполнительных органов оказываем содействие, помощь по перевозке мешкотар, ПГС. Автодорога Таскескен Бахты, 181 километр, обстановка стабильная, температура 0 градусов, уровень воды спал, обстановка стабильная. Существующие трубы работают в штатном режиме. Автодорога Таскескен Бахты, 181 километр, обстановка стабильная, угроз перелива нет. Уровень воды в резерве снизился. Все действующие водопропускные трубы со 181 километра по 183 километр в количестве 9 штук работают в штатном режиме.